Кто-то боится высоты, кто-то замкнутого пространства, а кто-то находится в компании незнакомых людей. Но есть место, где все эти страхи могут соединиться. И место это – лифт. Подождите. Секунду. Осторожно. Я здесь. Спокойно, держимся. Поехали. Оживайте там, этаж нажмите. Мужчина, вы можете прикрывать рот? Ой, извините, пожалуйста. А, вы рот сказали? Да. Я имел в виду перегар. Мне тут стесняться нечего. У меня работа тяжелая. А вы перестаньте пить, и работать станет легче. А вы что, я тогда вообще работать не смогу. А где вы работаете? Подрабатываю в ОСББ. Какой запах. Извините. У меня тут пахучая елочка. Это не елочка, а сосенка. Откуда вы знаете мою фамилию? Какую фамилию? А сосенка Петр Геннадьевич, кстати. Так не прикасайтесь ко мне. Я пошутил, Николай Геннадьевич. Ух ты, елки-палки. Этого еще только не хватало. Да, этого всегда не хватает. Диспетчер, диспетчер, я застрял. Какой адрес? Андрея Малышка 3. Минуточку, сейчас наберу лифтера, ответственного за ваш район. Да, Ленусечка, Ленусик, лимузинчик мой, слушаю тебя. Короче, пьяница, лифт сломался на Малышка. Да, Малышка, слушаю тебя внимательно. Малышка моя. Я говорю, доставай человека. Какого человека? Который застрял. Где? В лифте. В лифте где? На Андрея Малышка. 3. А, таких там 3 застряло? Кого? Человеков. Придурок. 3 в смысле Андрея Малышка. А, то есть их получается 4? Почему? Ну, 3 Андрея Малышка и придурок. Это что, анекдот какой-то? Еще раз повторяю. Человек застрял в лифте по адресу Андрея Малышка 3. Секунду. Какой здесь адрес? Андрея Малышка 3. О, Ленусь, так я тут недалеко. Какой подъезд? Сейчас уточню. Мужчина, какой у вас подъезд? А, 2. Коля, 2 подъезд. Справа или слева? Сейчас уточню. Мужчина, справа или слева? Что справа или слева? Здесь всего 2. Коля, там 2 подъезда. Так он что, сразу в 2 застрял, что ли? Блин. Мужчина, сколько у вас там лифтов? 1. Говорит, 1. Что 1? Он в лифте 1? Сейчас узнаю. Мужчина, сколько вас там в лифте? 2. Говорит, 2. Ну, понятно, он 1, а лифтов 2. Я так и предполагал. Женщина, девушка, диспетчер, вы меня слышите? Я на улице Андрея Малышка. Мужчина, я на улице Олены Телиги. Как я могу вас слышать? Ленусик, что он там говорит? Говорит, что он на улице Андрея Малышка. Подожди, так если он на улице, как он мог тогда в лифте застрять? Коля, ты что там совсем мозги пропил? Он в лифте, во 2 подъезде. Сколько раз повторять? Ча, не кричи на меня. Мне нужно определить его местоположение. Попроси, чтобы он там в стенку лифта постучал. Мужчина, вы можете постучать рукой в стенку лифта? Да. Блин, он где-то рядом.
Сейчас, секунду, Ленусь. Гражданин, а чё стоим, а не едем? А вы не догадываетесь? Лифт поломался. Серьезно? Да. Ленусь, ничем помочь не смогу. Почему? Я тоже в лифте застрял. Идиот, вы что, там вместе? Да, мы вместе, я и этот идиот. Как тебя, кстати, зовут? Сережа. А, слышь, Ленусь, а напомни, как звали этого малышка? Андрей. А у нас тут Серега, значит, Андрей застрял не у нас. Подождите. Я перезвоню. Так это вы что, вы лифтер? Не лифтер, а менеджер. По управлению персоналом вертикальных грузоподъемных машин. Нах. Не ругайтесь. Я не ругался, говорю, машин, нах. Хорошо, ну давайте, что-то делайте, давайте, давайте. Что делаете, что давайте? Ну вы же лифтер, это ваша профессия, открывайте лифт. А ты кто по профессии? Альпинист. Ну лезь вверх. Такой вечер сегодня, понимаете, я хотел сделать своей девушке предложение под бой курантов. А ты хитер, блин. Предложение в новогоднюю ночь. Так точно потом никогда эту дату не перепутаешь. Слышь? Не, я как раз не боюсь. Не, говорю, слышь, выпить хочешь? Не, спасибо, спасибо. А чё стоим? В смысле, чё стоим? Потому что лифт поломался. Ты тупой, я спрашиваю, чё стоим? Садись. Так, я вам повторю, я не собираюсь здесь сидеть, понимаете? Я хочу отсюда выбраться. Так, как здесь? Ох, не советую это делать. Валера однорукий один раз уже пытался так открыть. И что с ним случилось? А ты тупее, чем кажешься. Ты ёлки-палки. Скажите, а лифт может упасть вниз? Исключено. Тут недавно батюшка застревал. Так что не переживай, лифт освещен, мы под охраной. Или вот еще случай был. Верастюк как-то застрял. Когда ехал в лифте? Не, когда заходил в проходе. Шучу, конечно, когда ехал в лифте. Потом сам вылез, кабину под мышку и нам принес. Вот такой мужик, вот такой. Послушай, я не собираюсь здесь встречать Новый год. Ну, сделайте что-нибудь. Сейчас порешаем, успокойся. Алло, девушка, можно лифт на ближайшее? Куда ехать? Андрея Малышка, 3. Второй подъезд. Четвертый предположительный этаж. Не, это как раз важно. Да, сейчас. Тебе какой? 9. Повезло по пути. Значит... 12 этаж. Не 12, а 12. Ну как 12 мгновений весны? Дайте сюда. Алло, послушайте. Что значит вы ходите без звоночка? Что, с ума сошли? Так, а ну дайте мне номер МЧС. Номер МЧС, пожалуйста. 096-781. Так. 26-15. Ага, спасибо. Алло, добрый вечер. Привет, алло. Пупсик. Мы в лифте застряли, спасите нас. Мы? Так ты там не один. Это МЧС? Могу быть МЧС и медсестрой. Если надо, горничной. Ты че мне телефон дал? Анжелы. Какой еще Анжелы? Тут про нее столько удивительного пишут, кстати. Боже, я не собираюсь это читать. Слушай, а давай тоже что-то напишем. Пиши. Давай, значит, напишем. Здесь был Коля и... Как тебя зовут? Сергей Вениаминович Ямпольский.
Очень здесь был Коля. Так. Я не понимаю, и так столько проблем, еще этот лифт застрял. Ты думаешь, что у тебя одного проблемы? На что? У меня вчера вообще квартиру обокрали. Да? Как? Да, сын балбес. На улицу вышел, дверь нараспашку оставил. Ну вот что, в лифте родился? Откуда ты про это знаешь? Ну, так говорят. Вот правильно люди говорят. Как встретишь Новый год, так его и проведешь. Не, я в эти приметы не верю. Зря, я уже пятый Новый год тут встречаю. Значит, следующий год проведу на том же рабочем месте. Стабильность, ёпта. Так, слушайте, сделайте что-нибудь, я вас очень прошу. Тебя нельзя выпускать. Почему? Ты свидетель. Свидетель чего? Того, что я был на работе. У меня с этим лифтом полжизни связано. Мы в нем с женой познакомились. В нем же и расстались. Когда я в нем пить начал. Когда он, падла, ломаться начал. Сколько я его помню, всю жизнь ломается. А все почему? Потому что нашему государству проще постоянно платить мне минималку, чем один раз поменять лифт. Все как у нас в политике. Это точно. Стабильность, ёпта. Да. Ты не волнуйся, я этот лифт знаю. Он работает как охранник в супермаркете. В смысле? Сутки через трое. Как через трое? О! 0000. Лифт заступил на новые сутки. Слава богу. Поздравляю. Спасибо. Все, я убежал. Короче, с Новым годом. Коля, лифт заработал. Да, Ленусечка, заработал. Все, пучком. Что мне дальше делать? Слушай, а езжай к нам в диспетчерскую, а то нам с девочками скучно. Ленусечка, уже бегу. Давай, закрывайся. Давай сюда.